Ну что, ребят, здравствуйте, здравствуйте, приветствую, да, мы сегодня будем смотреть видео «Засмеялся, подписался, тест на психу, челлендж». Челлендж. Хорошо. Лучший прикол 2023, чё там, угар номер 13. Это союз смеха, кстати, я на них раньше реагировал, да, там где-то вот в подсказочках, да, выскочила еще подсказочка в верхнем правом или левом углах, выскочила подсказочка на какую-то реакцию, там, давнишнюю, блядь. Вот, и у них, я так понимаю, новый канал, что? 10 тысяч 6 подписчиков, потому что я тогда подписывался, самое интересное. Видимо, новый канал. Странно. Подписка есть, лайк есть, колокол звенит. Ты, собственно, так же сделал на нашем канале, потому что, ну, это поддержка твоя, мне понимаешь? Спасибо заранее, кто это сделал, прям вот от души, реально. От души. Целую каждого. Вот, а мы, собственно, начинаем. О, ребята, ура, у меня наконец-таки дома никого нету, я пидора! Осуждаем. Дурачок, что ли, совсем? Осуждаем тебе. Дурака неумного. Осуждаем. Такое не надо, блядь. А, подожди, что по качеству, блядь? А, автонастройка? А, это... На мобайлс нет, да, на мобайлс? Холодно тебе действует. Пошёл нахуй! Мне кажется, ей прохладно. We can go now! Самое главное, будь собой. Хорошо, я понял. Смотри, как надо. Привет, как тебя зовут? Алекса. А меня и зло. И это идеально. Так, я помолчу. Такой бардачок. Ух ты, вот такой вот ковричек хороший. Ну, ни разу такого не было. Ни разу. Шапка. Ё, блядь, у неё нахуй. Перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать вам, как покупал себе PlayStation 5. Завод шел, работал и покупал. Это вот то, что назад зашел, тут наебало. Да, ну ни разу такого не было, да? У меня вот ни разу такого не было с бардачком. То есть спокойно открывается, закрывается. Ой, с бардачком. Этим подлокотником. Да, если кто-то был, напишите в комментариях, блин, и лайк поставьте, да, и у кого такое было. Я думаю, у вас много таких. Не знаю, ни разу такого не было. Вообще ни разу. Вот. Я уже думал, прикол в том, что, типа, он открыл там, ну, один отсек, да? Ну, такой неглубокий, потом открывает там второй отсек, она такая, что, блядь? Кого? Что это нахуй? И все, понимаешь? Ладно. День и экономит забить на этом нахуй деньги. Хуй, переходи на Crazy Box по ссылке в описании. Да, а хуёк, наступить... блядь. Ну ебал это ваше. Метод, напишите комментарий, кто так 100% делает. Кто так каждый день. Каждый день у вас такой, да? Типа, я думаю, ну, каждый день у вас такое происходит. То есть заново начинаете плакать, да, там, в кита. Кит дает вам денег, блядь, вы такие, опа, и построили, нахуй. Где-то оказались почему-то, блядь, ебать, в пустыне у вас почему-то, блядь, не море, нахуй, где кит должен плавать, а, блядь, какая-то лунка ебучая, блядь, колодец ебаный, блядь. Го, строите город в пустыне, хули нет-то, блядь. Нахуй, как в игре просто, блядь, ебануться, блядь. А, это и есть игра? Блядь, слушай, я не знал. Я думал, это реально, реальная жизнь. Думал, это реально с квадрокоптера, знаешь, снято и все. Я же не знал, спасибо заранее. Ну, ладно. Это краб, ебать. Окей, тягнулся.
Вот до чего дошли до технологии. Я с малой гуляю, до меня ларек доебался, говорит, что шоу ебан. А, веган. И все равно он охуел. Нихуя там у пацана, блядь, пристрастие-то. Понятно, нахуй. Ну, это, знаете, это кто? Ну, это эти. Ну, ты понимаешь, да, кто это? Это те, кто вот играют в эти РПГшки, вот эти вот дотеры, не дотеры. Ой, что? Ну да, блядь. Или это когда ты зашел в эту, блядь, знаете, без обиды, ребята. Когда зашел, блядь, в эту, блядь, в катку, нахуй. Запустил в ММИ, вот это нахуй, вот это. Начинается, блядь. Ой, мы как будто... А вот это твои тиммейты, блядь. Бабушка, не иди на меня. Бабушка, тебе это не надо. Бабушка. Скорее бы все бабушка кончилось, и мы забудем свой текст и разъедемся по домам, чтоб в кадр попали опять не те люди, которых хотелось бы видеть там. Куда она делась, блять? Поцелуй меня, сука, ебаная ведьма! Бля, пиздец повезло моей жене, блять, вот пиздец ей повезло. Какой, блядь, как ей, блядь, удачно она замуж вышла. Ужас, ужас. Сам готовлю, сам все делаю. Ну это пиздец ей повезло, джекпот она выиграла. Бля, согласен. Жестко ей повезло. Согласен. Че с видосом, блядь? Ой, блядь, что за хуйня? Ёбаный рот этого казино, блядь. Тупая псина. На что уставился? Ничего съедобного там нет. Нет, я не с ним согласен. С мужиком, который меня готовит, вообще. Уважение. Респект. Присех, блядь, вот этому нахуй сейчас проверяй. Да, попил, блядь. Или попила, я не знаю, кто ты, блядь. Этот трюк со мной не сработает. Или, знаете, вот эта хуйня, когда ты, блядь, с другом гуляешь, да? Вот, взяли газировочку, вот, и он несет ее. Вот. И он, блядь, как уебан, нахуй, конкретный. Просто взял, растрес, блядь, полностью. Растрес все полностью, да, и говорит, бля, давай ты это, ты первый попьешь. Ты говоришь, почему? Да я не хочу, что-то, блядь, я лучше вон сейчас сухарики похава, потом, блядь, попью. Вот. Такой, ну ладно. Из-за того, что у тебя опыта нет, да, такой, ну ладно, ебать. Открываешь там. Но знаете, какая подъебочка есть? Я, блядь, всегда знал, что это нахуй подъебка, блядь. И знаете, как я делал? Нахуй, я типа, там, когда начинаешь играть, она в фонтану, да, идет, то есть не получится направить чисто на него. Я брал, короче, вот такую хуйню, открывал, чуть-чуть приоткрывал, и если видно, что она пенится, нахуй, я вот так по чуть-чуть открывал ее. И, блядь, кореш, знаешь, что потом говорил мне? Знаешь, что он говорил? Он говорит, отдай, я попью. Я говорю, хуй тебе, блядь. Пил, короче, так же я трёс нахуй. И, блядь, потом отдавал, блядь. Шучу, конечно, блядь. Просто потом пили нормально и всё. Потом подъёбочка, блядь, долго себя не ждала от меня, да, нахуй. И там всё, блядь. Там нахуй. Такая хорошая подъёбка была, чтобы было пиздец смешно, а человеку грустно, блядь. Суждаем. Ну, в том плане, блядь. В том плане, что он, блядь, не ожидал такой подъёбки от меня. Не с газировкой. Вообще нет. Какой? Ну, бля, если... Ну, да, хочешь, расскажу, ладно. Короче, после газировки... После этой газировки, нахуй. Да я не помню, блядь. Да нет, короче, после этой газировки, как у меня подъебал газировка, нахуй. Я подъебал его дошираком, блядь. Как вы скажете? Я нахуй брал, короче... Короче, я помню, брал, короче, открывал. Ну, просто доширак, там же, ну, чтобы, да, такой сухой, знаете, пакетик вермишель, красная цена, не красная.
что там вот открываешь, короче. И там специи, да, лежат. Я, короче, достал специи, просто вот так чуть-чуть больше разрывал, короче, сам этот пакетик, короче, и, ну, говорил, бля, ну, не то, короче, взял, на, держи, вот тебе специи. Ну, отдавал, короче, так, или внутрь засовывал, не помню, отдавал, короче, эту вермишель, брал себе новую пачку и нормально себе там все делал. Короче, прикол-то в чем? Вдруг, когда, блядь, высыпал вермишель, ну, вермишель, блядь, что? Специи, короче, начал, там, ну, дырочка, ну, не чуть-чуть, не вот, вот, блядь, как вам объяснить-то? Вот пачка идет, да? Вот, допустим, вот эта пачка полностью, да? И тут, типа, тут ты вот так ее, типа, ну, блядь, хуёвый пример. Значит, ты вначале просто так открываешь, да? Вот так берешь, открываешь, да? А я брал еще вот так вот, делал вот так побольше, да? И, ну, отдавал вот так вот. Вот, и чел тоже, ну, там, чел не видел, блядь. Короче, он брал, чуть-чуть так, ну, вот так взял, короче, вот так вот закрыл. Ну, вверх только, да? Потому что он думал, что вверх, нахуй. Начал ебашить вот так вот, нахуй. А я оттуда, блядь, все посыпалось, нахуй. Ну, что-то, конечно, ну, возможно, вроде как попало на него, не помню, попало. Ну, короче, он все рассыпал, говорит, блядь, что это за хуйня? Я говорю, ну, бля, брат, брак, наверное, какой-то брак, не знаю. Ну, было смешно чуть-чуть. Я потом, конечно, сказал, что это я, блядь. Он сказал, ну, ты, блядь, уебок. Я сказал, сам такой, все. И потом пошли, еба. Ладно, шучу. Продолжаем просмотр. Вот такая история, блядь, очень интересная, очень охуительная, пиздуительная история, блядь, да. Ну, лайков так же было, да. Продолжаем просмотр. Что? Это что? Джеймс Бонд, это ты? Это ты? Или это Арнольд? Арнольд, это ты? Арнольд свои лучшие годы, получается, да? Или этот Джеймс Бонд, получается, да? После фильма. Вообще, вот что делает, чем занимается. Ах, прикольный чел. США. У них у всех что? Паспорт или написано, да? Ой, блядь, такая нахуй. Рассказываю, собственно. Вы говорите, вы скажете, что это такое, блядь. Если вы скажете, что это такое, нахуй вы не шарите, блядь. На задних партах всегда сидит нахуй. Сидят просто, блядь, охуительные челики. Блять, как-то даже, блядь, не элита, просто боссы, нахуй. Реально, чисто боссы, блядь, сидят. Рассказываю, короче, историю. Ну, мы, конечно, так не хавали, блядь, но... На задних партах всегда происходит, типа, три вещи, блядь. Смех. Хавка. Либо ёбка. Ой, что? Ну, в том плане, блядь, ну да, ну там... Там начинается нахуй, да, вот, осуждаю. Ну не, обычно там, ну, все реальные челики охуенные просто, блядь, либо смеются, ну, в последнее время либо играют нахуй, да, там, играют во что-то, либо нахуй, блядь, не знаю, что еще делают. Сейчас не знаю, но, блядь, когда я был там, да, в школе, нахуй, чешу, знаете, что мы делаем на задних партах? Первое, блядь, мы играли нахуй в крестики-нолики, блядь, просто весь нахуй урок сидели и ебашили, блядь, вот. Ну, это так, да, по лайту, когда нехуй было делать. А так, в основном, блядь, ну, смеялись чего-нибудь. Либо просто, знаете, не знаю, подъёвывали там учителя. Не учитесь, а так, знаете, прикалывались между собой. Типа, о, да, блядь. Да, синус, косинус, нахуй нам нужен, блядь. Ну, вот, что-то типа такого, блядь. Но потом, когда учитель это услышал, сказал, блядь, нахуй расселись. Мы такие, да, блядь, и все. Ну, обычно там, да, там, блядь, охуенные челики сидят, нахуй. Ну, кто-то, блядь, кого-то за косичку дергал, блядь, кто-то, блядь, нахуй так брал, знаете, блядь, вот хуйню, блядь, берете, короче, трубочку, нахуй, бумажку так отрываете, вроде засовываете, вроде. Там, ну, да, ее, типа, смачиваете, нахуй, ну, типа, высовываете, либо так, ну, либо, ну, кто-то делал так, типа, высовывал, просовывал, типа, ну, наконец, трубочки от ручки, нахуй, просто, и потом плевался. А кто-то брал так просто, и все, блядь, нахуй, там, пизда, весь класс в этой хуйне был, блядь. Я рот ебал. Я, конечно, сам так делал надо. Но это в малых классах было, а так. Лайк, ребят. Да, кстати, лайк, пишите в комментариях, кто такой же хуйней занимался, да, блядь? Ну, как хуйня, блядь? Проводил охуенное время, блядь. То, блядь, нахуй, эти синусы, конщинусы, блядь. Нахуй, поплюю щипты, блядь. Да, осуждаем, конечно, осуждаем. Вот, ну да. Да, такое было. А так вот это вообще... Это, блядь. Ебать, чисто нахуй. Я говорю, цари, блядь, цари. Или нет. Боссы чисто сидят. Лайк.
Ой, блядь. Лайк, кто, блядь, сидит на задней парте, да, либо сидел там на задней парте вообще, блядь. Сейчас посмотрим, сколько у нас таких, блядь. Пишите в комментариях свой опыт, да, там. Твои прикольчики, за, когда вы сидели на задней парте, что вы делали там. Будет интересно почитать. Осуждаем, долбай. О, мой гад, великорусский обстрел спермой. Это правда есть такая, блядь, анимешка, нахуй? Это правда, блядь? Или я, блядь, не шарю, не знаю. Чего, блядь? То есть гачи уже сюда перебралось, да? То есть уже, блядь, не просто, да, прикол, а уже аниме целое есть по ним. Ну это, бля, уровень, я считаю. Это пиздец, какой уровень, нахуй. Охуенно. Нихуя там. Ой, блядь. И нахуй вся просто жизнь перед глазами такой, а, блядь. Ну, собственно, дорогой дневник, я хочу тебе сказать спасибо. И все, блядь, и, блядь. Пиздец, сейчас играть на Огарман. Да ну путь сейчас запани, Юль, ой, блядь, ой, блядь. Ой, блядь. Иди нахуй, иди нахуй. Охуеть, какая я в списке, шестая? Ты вообще охуя. Все на стене висят со мной плакаты, а я пиздатый. Умышу я на миллиарды, куплю зубы зеркалы, сугрибу будто лопаты. Блять, рассказываю, блядь. Ну, сразу пишите в комментариях тоже там о своих этих приколах, блядь. И ставьте лайк, ну, кто, кому подобное снилось, короче, рассказываю. Вот кому такое снилось тоже, кто, блядь, да, вот спишь, да, там, блядь, идешь там, да, вот с этим, нахуй, с мобилой своей, прям, только купил, да, мобилу, во сне идешь с мобилой, думаешь, бля, ебать, все реально, нахуй. Идешь что-то, блядь, ну, там по тротуару, хуяк, нахуй, перед тобой, блядь, просто обрыв, ты такой, блядь, ебать, море, блядь, и у тебя телефон просто такой, оп, ну, остановился, да, успел остановиться, а мобил просто выскочил, и ты такой, блядь, нет, нахуй, и все, блядь, да, потом просыпаешься, такой, оф, ух, блядь, ни у кого не было, да, ни один такой, ну, ладно, ладно. Дагестанский зажим яйцами. Бля, когда-то смотрел UFC-шку, сейчас не смотрю, кстати. Не знаю, я раньше смотрел какие-то бои, так, ну, а так не. Не знаю, мне прям не тянет почему-то к UFC. Мне ничего против не имею, но что-то прям не тянет, не знаю. Мне больше такое, наверное, баскет, чи не баскет, что-то такое вот нравится. Вот, машинки, не машинки. Не имел в виду гонки. Гонки. Can you hold the fucking light straight? Все нахуй, да. Ой, сана он. Я блондинка, у меня голубые глаза. А рост, 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 какой рост? 1.20 Чё, ног нет? Осуждаем, блять. Дурак что ли? That was illegal. О, блядь, легендарная в свое время была игра. Не помню, как называется, честно, не помню, блядь. Ну, прям пиздатая игра была в свое время. Охуенная. Я, кстати, в неё играл. Вроде как.
Секусу. Но. Бля, ты шо кричишь-то, бля? Пиздец, бля. Не, понимаю, это испуга, блядь, но это пиздец нахуй. Аж я, бля, пересрал чуть-чуть. Бумага, говорят, мой рэп неправда. Но это все неправда, ведь я пел когда-нибудь уйду и съебался. Я промолчу. Знаете, я вот хочу попутешествовать, но никогда не поеду в Таиланд. Спросите, почему меня, да, скажете. А почему ты не поедешь, что там же, ну, красиво, хорошо. Я покажу вам вот этот видеоролик. Но это все неправда, ведь я пел когда-нибудь уйду. Я думаю, больше объяснений мне не нужно, да, давать? И съебался. Ебать, вообще кот в ахуе, блядь. Секундочку внимания. Друзья, к сожалению, наш основной канал «Союз смеха» был забанен. Да, и теперь жалко, новые жалко. Подборки приколов будут выходить тут. Просим вас не терять его и подписаться. Написать комментарий. Тем самым вы поддержите наш новый канал. Не забывайте, самые крутые комменты подписался. Попадают в новые видео. Спасибо вам. Приятного просмотра. Собственно, да, уже подписались, уже все. Вот, смотри, колка звенит, подписка, лайк стоит. Все хорошо у нас, все хорошо. А, аватарка хоть хорошая. Поэтому вот такая вот была реакция. Да, вам понравилось, я видел, вам понравилась реакция, поэтому будет побольше, их будет побольше. Вот, напишите в комментариях, на что еще пореагировать, посмотреть, типа, может, вам интересно какой-то видос определенно посмотреть, типа, не какой-то смешной, да, там, или там столько, что стоит шмост, в подсказочке вверху, правом или левом углах, там, подсказочка на этот видос есть. Вот, и может вам интересно что-то, да, такое прям прикольное, можешь посмотреть, напишите в комментариях, я бы обязательно посмотрю, сниму реакцию, почему нет. Вот, поэтому такая вот была, хотел сказать, серийка, блин, уже, бля, пиздец, нахуй. Ну, вот такой, блядь, такая была реакция, вот такой вот был видос. Вот, местами смешно, прикольно. Вот. Вот, я говорю, я на свою смеха давно-давно делал, да, блядь, реакцию какую-то одну там и все. Чисто по приколу, блядь, и она тоже залетела, я такой, ебать. Ну, я потом больше углубился в игры. Вот, ну, такая вот информация, да, если интересно, конечно, нет, нахуй, поэтому пошел нахуй я, да, блядь, ну, ладно. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк тоже, колку, чтобы звенел, тоже делал, блядь, тебе не сложно, пока я говорю, ты мог уже сделать, да, вот этот респект так сделал уже, да. Если нет, то, бля, вот пока я говорю, можешь сейчас сделать, реально, вот. Спасибо тебе огромное, кто это сделал. Если ты сделаешь, я говорю, спасибо огромное заранее, кто это сделал. Ваша поддержка мне огромная, просто огромная поддержка мне. И нет, это реально меня мотивирует делать дальше разнообразный контент. Плюс в планах есть определенный контент. Но пока что нет возможности. И ваша поддержка как раз в этом может помочь, да? Осуществить эти планы, цели, скажем так, по контенту. Поэтому так вот. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующем видео. Давайте, ребят, не теряйтесь.